сейчас по вашему поручению завершается стройка нового корпуса Минского онкодиспансера. Там проводился конкурс на очень как бы высокотехнологичный капиллярный томограф, и там победила фирма Адани. Это новый аппарат. То есть здесь это аппарат, который наравне конкурирует с ведущими производителями. Возьми на контроль вопрос обеспечения медицинских учреждений аналогичного класса аппаратами собственного производства. Это свое, оно дешевле, но если оно результат дает. Сейчас обсуждаем вопрос, идут переговоры о том, чтобы вся техника Адани, которая есть в стране, мы сейчас считаем, сколько нам стоит ее обслуживание всеми другими организациями. Компания Адани формирует свое предложение, что давайте всю нашу технику мы берем на централизованное обслуживание. Ну, чтобы понятно. У нас простой, короче, производство, днями, сервис. Совершенно да. Верно. Если главное, что ты свой, ты на месте, и это дешевле. Я могу сказать, тот же класс и дешевле. Сегодня результат, мы посчитали, установлено во всех клиниках более 850 единиц вообще оборудования. И ежегодно проходит обследование не менее чем 4,5 миллиона людей в Беларуси ежегодно. И это огромный социальный результат.